социальных сетях уже несколько дней активно обсуждают необычное явление, которое произошло в Республике Татарстан. Жители набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и других городов и сел стали свидетелями голубой вспышки, происхождение которой никто не может до конца объяснить. В ночь на 7 января на короткое время стало светло, как днем, а после послышался хлопок, а по земле прошла вибрация. Очевидцы голубой вспышки сразу стали предлагать свои теории. Кто-то считает, что это были инопланетяне, другие же видят в этом религиозный знак, ведь событие произошло в религиозный праздник. Директор астрономической обсерватории имени Энгельгарда, сотрудник стратегической академической единицы астровызов Казанского федерального университета Юрий Нефедьев опроверг данные теории, объявив их ненаучными. Юрий Нефедьев считает, что из возможных вариантов происхождения голубой вспышки можно назвать только две – техногенную вспышку в атмосфере или на поверхности Земли и атмосферное электричество. Оптическое явление в атмосфере чем-то напоминает мираж, который произошел из-за низких облаков, которые отразили далекую вспышку подобно зеркалу. Важно отметить, что подобные вспышки уже наблюдались ранее, несколько лет назад в Московской и Саратовской области, а также в 2016 году в Набережных Челнах. Несмотря на все теории и догадки, официально подтвержденной информации по этому явлению пока нет, но тот факт, что вспышку запечатлели множество камер, позволит ученым разобраться с этой загадкой. Олег Ашин, Универньюз.